Реальность по ту сторону экрана видится нам немного ярче и краше той, в которой мы живем на самом деле. Однако стоит помнить, что это всего лишь иллюзия. Иначе последствия такой доверчивости могут быть страшнее любых ночных кошмаров. Для неподготовленного ума виртуальный мир – настоящая преисподняя. Устоять в таком адском водовороте цифровых ужасов могут только самые стойкие. Мы представляем вам самые мрачные проявления компьютерной вселенной. Мы расскажем обо всем самом враждебном человеку, что встречается по ту сторону экрана. Каждая миля игрового пространства таит в себе смертельные ловушки. И чтобы не попасться в них, нужно держать ухо востро. Мы начинаем обратный отсчет самых опасных игровых путешествий. Исследовать компьютерные просторы чрезвычайно интересно. Но мало кто отдает себе отчет в том, что цифровые путешествия сколь заманчивы, столь и опасны. Каждая миля игрового пространства таит в себе смертельные ловушки. И чтобы не попасться в них, нужно держать ухо востро. Мы начинаем обратный отсчет самых опасных игровых путешествий. Мир, в котором жила Зоя Кастильо, казался ей каким-то чужим. Спасение. В Старке она никак не могла найти себя. Она бросила учебу, рассталась с молодым человеком, словно пыталась убежать от себя прежней. Будущее казалось туманным. Девушка начала сомневаться в себе и своих убеждениях. Она не знала об этом, но ее звал другой мир. Мир магической Аркадии. Надеюсь, спасение. Что это было? Зои была одной из немногих, кто мог проникать в эту вселенную снов и единственной, способной спасти ее. Она бросилась в самую гущу событий, самоотверженно жертвуя собой ради благополучия людей из этой волшебной страны. Путешествуя по Аркадии, Зои словно увидела в зазеркалье вместо привычного ей спокойного течения жизни, насыщенной высокими технологиями. Она наблюдала торжество магии, расцвет средневековых расприй и повстанческое движение. Сама того не ожидая, она попала в гущу событий, испытав на себе все ужасы авторитарного режима и жестокого подавления мятежей. Руки за голову! Слушайте, я... Я предупреждал! Но героине было неведомо, чем закончится для нее это приключение и какую горечь суждено пережить ее отцу. Все, что я могла бы сказать, это прощай. Dreamfall The Longest Journey. Самое длинное путешествие. Путешествие в загадочную Аркадию открывает список самых опасных путешествий в виртуальной вселенной. Почти каждый день российский ученый отправлялся в путешествие. Это было необычное путешествие. Он открывал не страны или неизведанные земли, а новый мир, мир человеческого подсознания. Созданное им устройство, называемое органофоном, стало вратами в новый, доселе неизвестный мир. Расщепляя связи между различными элементами разума, аппарат нарушал взаимодействие между ощущениями, памятью, сознанием и способностью передвигаться. Погружаясь, профессор попадал в волшебную страну оживших воспоминаний прошлого. Словно одержимый, он, рискуя своей жизнью и рассудком, снова и снова переносился туда. Ученый стал самым настоящим заложником своего гениального технического детища. Он, несмотря на огромную опасность, продолжал погружаться в загадочный мир, чтобы в один прекрасный момент не вернуться оттуда. Опасное путешествие с помощью органофона и с сублюстром в мир подсознания становится девятым в сегодняшнем хит-листе.
неожиданное падение метеорита, унесшего жизнь миллионов, спутало все карты. Зыбкий баланс между тремя силами – монархией Нумара, королевством Годза и республикой Ура – был безвозвратно нарушен. Совет Уры находился в недоумении. Неужели этот случай стал следствием работы над проектом Magic Star? Если так, то в руках советника Гангоры, руководившим проектом, аккумулирована практически безграничная власть, что чрезвычайно опасно. Несмотря на заверения самого Гангора в том, что это детище не угрожает цивилизации и сложившемуся мировому порядку, совет поручил бессмертному Каиму выяснить связь магического двигателя с метеоритом. Каин со своими помощниками не знал, какие опасности их ожидают в этом путешествии. Добравшись до башни, сердца магического двигателя, они даже не смогли туда попасть. Военные силы Нумары чуть было не расправились с ними, взяв их в плен, из которого им с трудом удалось бежать. Оказалось, что их закинули в самый отдаленный уголок мира, откуда Каиму с товарищами пришлось выбираться, преодолевая невероятные трудности. Многочисленные вражеские войска, подстерегающие в лесах диковинные кровожадные звери, гигантские магические твари. Им пришлось пройти через все круги ада, чтобы добраться, наконец, до заветной башни и поставить крест на коварных планах Гангора. Одиссея Каима и его людей из Lost Odyssey взяла 8-е место в хит-параде самых опасных путешествий игрового мира. Дадим вам несколько минут, чтобы передохнуть. После рекламы вы подвергнетесь новой атаке из виртуального мира. Вы увидите, чем чреваты прогулки по родному городу в параллельной реальности, а также многое другое. Оставайтесь с нами. Как гласит истина, дороги хватит на всех. Но не у всех хватит мужества преодолеть дорогу виртуальную. Прогулки по игровому миру часто оборачиваются путешествием на грань безумия. Мы продолжаем рассказывать о наиболее страшных из них. Несчастен тот, кто не знает своего истинного предназначения. Суть этой истины однажды открылась 17-летней девушке Хизер во всей своей мерзкой полноте. Простая девчонка жила спокойной жизнью в городе Silent Hill. Но однажды, когда она сидела в кафе торгового центра, ее судьба изменилась неожиданным образом. Ее внезапно перенесло в иную реальность, шокирующую своей отвратительной атмосферой. Торговый центр превратился в помещение со зловещими коридорами, где за каждым углом таился уродливый монстр. Так началось путешествие Хизер по пути не просто к выживанию, а к познанию своей миссии в этой жизни. Выходя в город, она находила лишь пустынные туманные улицы, по которым сновали безобразные существа. Те немногие из людей, кого она встречала, были личностями крайне странными и недружелюбными. Но вскоре девушку ожидало поистине шокирующее открытие. Во время очередного визита в другой мир она узнала, что и сама является лишь реинкарнацией одной умершей жрицы темного культа. Но даже не это было самым ужасным. Оказалось, что она должна была дать рождение некому темному божеству, которого все это время она носила в себе. Все это сильно потрясло Хизер, но она дала себе слово, что этой черной мессе не бывать. Визиты в параллельную реальность против своей воли. Девушки Хизер из Silent Hill 3 занимают 7-ю строчку сегодняшнего списка. Молодой физик Гордон Фриман подавал большие надежды и был на хорошем счету среди сотрудников исследовательского комплекса «Черная Меза». Возможно, поэтому ему доверили ключевую функцию в эксперименте над образцом с нестабильной материей.
Однако опыт имел самые трагические последствия. Произошел странной силы коллапс, уничтоживший почти весь огромный подземный центр. Большая часть персонала погибла. А в уцелевшей части здания образовался большой портал в параллельный мир Зен, из которого валом повалили уродливые агрессивные монстры. Эти создания были столь отвратительны и опасны, что Фриману ничего не оставалось, кроме как отправиться через портал в сам Зен и закрыть этот выход для нечисти. Естественно, ученый смертельно рисковал. Шансы на его возвращение в наш мир были ничтожно малы. Однако он отважился на это путешествие ради будущего всей Земли. Судьба всего мира оказалась в руках одного ученого. Сошествие Гордона Фримена в кромешный ад параллельного мира из Half-Life удостаивается 6-й позиции в списке самых опасных виртуальных путешествий. Наверное, смерть матери на ее глазах определила судьбу маленькой Лары Крофт. Именно после того случая, когда женщина ради спасения ребенка вытащила меч из каменной платформы, девушка поклялась найти Эскалибур. Этот магический артефакт смог бы пролить свет на тайну гибели матери, поэтому Лара была готова пойти на любой риск ради того, чтобы раздобыть меч. Поиски оказались сумасшедшей авантюрой. Девушке пришлось побывать в самых опасных уголках мира. Покрытые вечно зелеными лесами джунгли Амазонии, высотки японских городов, заснеженные вершины Гималаев, бескрайние степи Казахстана, пугающие африканские пещеры. Лишь феноменальные акробатические способности вкупе с отменной реакцией и быстротой Лары спасали ее то от многочисленных вооруженных боевиков, то от громадных чудовищ, то от замысловатых ловушек. Ей приходилось карабкаться по стенам, ползти по жутким лабиринтам, выпускать тонны свинца из своих пистолетов. Только так можно было выжить в этом аду, который устроила себе сама Лара. Но награда, меч Эскалибур, заслуживал того, чтобы пережить самые нелегкие и опасные испытания. Сумасшедшие приключения хрупкой, но отважной девушки из Tomb Raider The Legend заслуживает места в пантеоне самых опасных путешествий. 5-е место. О, это сладкое слово «Эльдорадо». Сколько авантюристов и сорвиголов посвятило свою жизнь поиску его богатств. Не стал исключением и Нейтан Дрейк, потомок знаменитого охотника за сокровищами сэра Фрэнсиса Дрейка. Компании Елены, своей знакомой журналистки, Нейт отправился на поиски останков своего предка в надежде добыть ценные сведения о местонахождении Эльдорадо. Однако друзья нашли лишь пустой гроб, в котором лежал дневник сэра Фрэнсиса с указанием местонахождения заветной цели где-то на острове в Южных морях. Естественно, искатели сокровищ быстро привлекли к себе внимание индонезийских и южноамериканских пиратов, которые шли за ними по пятам, резонно планируя загрести жар чужими руками. Выяснилось, что Эльдорадо называлась статуей из золота, которую в прошлом множество раз находили и перевозили с места на место. Когда же, наконец, друзья оказались близки к находке, открылась одна ужасающая подробность. Статую охраняли страшные мутанты, а сама она оказалась проклятой и превращала в мутанта любого, кто к ней прикоснется. Злодеи сами горько пожалели, что ввязались в эту историю. Полная смертельных приключений. Одиссея Нейта Дрейка из Uncharted Drake's Fortune числится 4-й среди самых опасных путешествий по ту сторону экрана. Совсем скоро вы увидите лидирующую тройку среди самых зловещих передвижений по игровому миру. Не переключайтесь.
В обычной жизни люди путешествуют, чтобы сменить мысли на более положительные. В цифровой реальности герои преодолевают расстояние лишь для того, чтобы найти свою беду или столкнуться с проклятием, а то и вовсе сложить свою буйную голову. Прямо сейчас мы представляем вам три самых опасных путешествия в виртуальности. Выжить в авиакатастрофе – это чудо. Джейк испытал его на себе. Он был единственным уцелевшим пассажиром несчастного рейса. Умудрившись не разбиться от столкновения с водой, не сгореть заживо в пламени и не утонуть, молодой человек смог выбраться на случайным образом оказавшийся рядом клочок земли. Но неизвестно, что было лучше – погибнуть в крушении самолета или попасть на этот островок. Ведь здесь начиналось полное опасности путешествие по подводному миру. Умирающий город Восторг, обреченный на затопление, стал настоящей тюрьмой для многочисленных его обитателей, превратившихся под действием Адама в мерзких чудовищ. Ведомый неким борцом сопротивления, называвшим себя Атласом, Джек вынужден был заглянуть в каждый уголок этого проклятого места. Кровожадные монстры, большие папочки, сумасшедшие фрики, на жизнь бедняги, оказавшегося один на один с враждебным миром. Даже самый отчаянный спорщик не поставил бы и копейки. Постоянно находясь на волоске от смерти, парень смог выжить в этом затопляемом городе. Но только лишь для того, чтобы понять, он был всего лишь пешкой, которую использовали в чужой игре. Страшное путешествие по затопляемому Восторгу из Биошок занимает третье место в табеле о рангах самых опасных променадов в виртуальной вселенной. В 2020 году над Землей нависла смертельная угроза. Группа американских ученых обнаружила в джунглях маленького тропического острова нечто, не вписывающееся ни в одни научные рамки. Последним их сообщением стал сигнал СОС, который уловили американские спецслужбы. Сразу стало понятно, что группа в опасности, а дело принимает серьезный оборот. На ответственную миссию по спасению попавших в беду ученых был направлен секретный отряд элитных спецвойск. Вооруженные по последнему слову техники, опытные солдаты совершили ночной десант на остров и сразу же столкнулись с ужасными необъяснимыми явлениями. Один из бойцов погиб, даже не приземлившись. Остальные обнаружили, что остров кишит северокорейскими военными, которые тоже перехватили сигнал бедствия ученых. Вскоре выяснилось, что на территории есть кое-что еще. Это были монструозные инопланетные создания, высадившиеся на Землю с целью ее порабощения. Спецназовцы оказались в адском водовороте сверхъестественных событий. Твари из других миров были враждебны ко всему живущему на нашей планете и превращали окружающие джунгли в ледяную пустыню. Тяжелейшее из заданий, когда-либо выпадавших на долю американских военных из «Крайзис», становится вторым среди самых опасных виртуальных путешествий. Какой же из компьютерных путей оказался самым тернистым? Какая из дорог проявила себя как наиболее опасная? Об этом вы узнаете после того, как мы вновь преодолеем 9 маршрутов, претендовавших на первенство. Открывает нашу десятку перемещение девушки Зои Кастильо из Dreamfall The Longest Journey. Девятым стал цикл визитов русского ученого в человеческое подсознание из Sublustrum, которое могло навсегда оставить его своим пленником. На восьмой строчке оказалась Одиссея Каима и его друзей из Lost Odyssey.
Седьмое место занимают невольные полеты простой девочки Хизер в жуткий потусторонний вариант ее родного города из Silent Hill 3. На шестую ступеньку шагнул физик Гордон Фриман из Half-Life, который решился в одиночку уничтожить зловещего повелителя параллельной вселенной. Пятым пунктом списка числятся многочисленные поездки в самые глухие и опасные уголки мира в поисках волшебного меча. Ловкая девушка Лара Крофт из Tomb Raider The Legend. Четвертую позицию занимают приключения Нейта Дрейка и его друзей из Uncharted Drake's Fortune. Бронзовую медаль на нашем пьедестале занимает погружение в сумасшедший подводный город Восторг, выпавшее на долю Джека из BioShock. Вице-чемпионский титул сегодняшнего соревнования достается опаснейшей спасательной миссии, которая когда-либо доставалась элитному военному отряду из Crysis. А сейчас соберитесь с духом и познайте весь ужас путешествия, оказавшегося первым по своей опасности. Величайшим счастьем человека можно считать его неспособность видеть сверхъестественное. В противном случае ужасу и испугу людей не было бы предела. Однако изредка некоторым смертным удается случайно приоткрыть завесу неведомого. И тогда их психика подвергается жесточайшему испытанию. Частному детективу Джеку Уолтерсу однажды по долгу службы пришлось столкнуться с потусторонними силами. Выехав на обычное дело о пропаже одного торговца в соседний рыбацкий городок Инсмут, ничего не подозревающий Джек попал в страшнейшую переделку. Над Инсмутом висела зловещая тень. Его мрачные закоулки были полны враждебных горожан, которые представляли собой отвратительную помесь человека и земноводного. Эти грязные выродки попытались убить Джека в отеле в первую же ночь. Спасшись от преследователей, детектив вышел на след загадочного ордена Дагона, проповедовавшего богохульный культ морских божеств Дагона и Ктулху. Непередаваемый ужас охватывал следователя всякий раз, когда он находил новые подтверждения черных деяний этого проклятого братства. А позднее, во время переправы по морю, Джеку выпало повстречаться с самим Дагоном, гигантским монстром с телом человека и головой хищной рыбы. Уолтерс лишь чудом избежал гибели, однако на его пути лежал древний и ужасный подводный город Ихантлей, населенный еще более безобразными тварями. Разумеется, такой тяжелый рок не мог не отразиться на сознании этого человека. Он и вывел его злосчастное путешествие из Кола в Ктулху на первое место. Только что мы совершили 10 наиболее пугающих путешествий по мирам из кошмаров геймера. Искренне желаем вам не проходить вновь теми же тропами. Но если все же вам суждено будет вернуться в страхи и ужасы виртуального царства, мы всегда рядом, чтобы предупредить вас обо всех черных сторонах компьютерного мира. И наши рассказы о них, как всегда, будут страшными и интересными.